Сначала мы обрабатываем ручку. Обрабатываем ручку, убираем грязь. Наверное, мы еще немножечко поскрабим кожу, чтобы у нас татушка держалась подольше. Такой скрабик у меня есть. Скрабом мы убираем все мертвевшие клетки кожи, для того, чтобы татушка быстро не отстала, продержалась подольше. Следом мы протерли. И теперь мы выбрали такую татуху. Называется Dior. Так, полоску мы делаем зеленым, а название красным. Все, договорились. Так, прилепили. Теперь у нас... Так, снимаем слой. Так, прилепили трафарет. Теперь следом мы намазываем черный клей. Даня, не делала себе такие, нет? Первый раз. Эти долго держатся, если их не царапать, если они трутся там с ремнями, с лямочками, с резиночками. Недолго носятся, тем более сейчас лето. На лето хватит. Недолго. Если, конечно, золотистая это флеш-тату, они, естественно, недолго держатся. Это наклею, на клей прорезиненный, присыпаются блестки. Блестки в этом клее прилипают в этот клей, смотрятся хорошо. Долго держатся. Блестки. Это буквы, да, я знаю. Мы откроем заранее, потому что мы сразу будем насыпать. Это зеленая цепочка. Так. Так. Бля. Что это такое? Да-да, она так и была. Да? Да. Не поняла, как это было все. Так, здесь какие-то еще. Нет, немножко смазалась. Так. Присыпаем зеленым. Лишний.
край сразу, чтобы не зацепить случайно, чтобы он не рассыпался. Так. Еще надо мне веерную купить. Удобно. Так, теперь дальше пошли. Почти готово. Секундочку еще. Это большую кисть у меня где-то на работе была, куда-то делась, не знаю. Так, и поехали. Сметаем лишнее. Не больно тебе было, девочка? Блестки, возможно, будут еще где-нибудь валяться, но не страшно. Блестки — это хорошо. Это много золота. Так, теперь мы чуть-чуть тут почистим пелюху. Все. Будем делать картинку? Да. Да. Вот так. Все. Так, руку мы обработали, протерли. Теперь у нас... Так. Такие сердечки и клубнички мы будем делать красным клеем. И красным... А, не. Что я делаю? Не то я делаю. Синим. Синим. Давай синий клей. Точно, синим. Все равно прилипло ко мне. Ну, ничего страшного, сейчас замажется, все видно не будет. Закрасим мы все это. Все закрыла. Так. Снимаем. Иди к мамочке. Опа. Все по кусочкам разрывается. Так, теперь синим мы делаем.
красивый синий. Так, сразу закрываем. И зеленый, да? Зеленый идет на листике. Получилось у нас странное сердечко странного цвета. Лишнее сметаем. Так. Чуть-чуть ручку сюда поближе. Насыпалось тут сколько. Все хорошо. Ногти синие такие же. Так, на чистое место положи. А, подожди, вот так вот. Нет, сейчас, секундочку. Угу. Такая красота получилась. Сердечко блестит.